Пользователи в сети активно исследовали секретную базу ВВС США Танопа, которая находится в Неваде. Через специальное приложение они увидели необычный летательный аппарат. При этом его очертания были специально размыты. Военный обозреватель Тайлер Роговый считает, что найденный объект похож на беспилотный разведчик РК-170 Sentinel. Однако на фото размах его крыльев достигает 25 метров, передает российская газета. Американские военные пока никак не отреагировали на эту информацию.